Только что в столице завершилось прощание с Владимиром Меньшовым. Сначала в Доме кино прошла гражданская панихида, на которую пришли не только члены семьи режиссера, но и его коллеги и ученики. Меньшов был похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с местом захоронения Василия Ланового. А Вера Алентова только вчера выписалась из больницы. И, по словам ее дочери Юлии, пока еще очень слаба. Тем не менее, она с самого утра принимала соболезнования от близких и друзей ее покойного супруга. Во время панихиды она сидела между дочерью и своим зятем Игорем Гординым. Ей часто приносили стакан с водой, а в конце траурного мероприятия она ненадолго подошла к гробу. И уже на кладбище Алентова дала волю своим эмоциям. Как сообщает пресса, когда гроб с телом режиссера начали опускать, Вера Алентова закрыла лицо дрожащими руками, а Юля перекрестила гроб с отцом. Затем присутствующие бросили в могилу по горсти земли. Также напомню, что Алентова познакомилась с Меньшовым, еще будучи студенткой, и прожила с ним почти 60 лет. А у меня на этом все. Услышимся!